Сцене ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, кровавого барона, и повздорила с какой-то ведьмой. А я всего одну ведьму. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Ведьмак! Беда. Настоящий что ведьмак. Что у меня в голове шумит? На турнир можно еще записаться? Осталось свободное место для того, кто будет играть с Келлиги. Радеешься таким страшилой, и ничего уже не поможет. Уверяю вас, Келлиге масть не слабее остальных. Скоро это будет признано повсеместно. Ну, не знаю. Я обычно играю Нильфгаардом. Так что, пожалуй, я еще подумаю.
Меня зовут Геральт из Ривии. Я прочитал о турнире по гвинту и... И попал точно по адресу. Меня зовут Мартин Монье. Я главный организатор. Турнир наш не просто развлечение. Мы надеемся рассказать о новой масти, которую придумал мой брат. О колоде Скеллиге. А как возникла идея сделать новую колоду? Все в Баклере знают, что я большой энтузиаст игры в гвинт. Таковым был и мой, к сожалению, уже покойный брат. Другой же нашей общей страстью были путешествия. В молодости мы много времени провели в море. Путешествовали по самым разным уголкам мира. Но больше всего нас очаровали острова Скеллиге. До сих пор у меня перед глазами эти мрачные скалы, на которые разбиваются волны бурного моря. Это они подвигли моего брата создать новую масть. Расскажи мне побольше о новых картах. Облик карт передает дух островов, что увлекают варварской красотой. Изображены же на них герои скелликских легенд, берсерки и разные создания островов. Лидер колоды, разумеется, король Бран Тиршах. А другие знаменитости? Хьялмар и Керри Санкрайты, хотя и порознь. Герои Хеймдаль, славный друид Мышавур и многие другие. А могу я поучаствовать в турнире? Да, одно место пока осталось, но есть условия. Ты должен будешь играть картами из колоды Скеллиге. Видишь ли, я просил об этом многих опытных игроков, но они боятся всего нового. Для них слишком важен выигрыш, поэтому они предпочитают играть своими испытанными колодами. Ну, я понял. Одним словом, тебе нужен кто-то, кто докажет, что Скеллиге не хуже испытанных колод. И выиграет турнир картами, которые придумал твой брат. Я вижу, мы замечательно друг друга понимаем. Взгляни на трофей. Если победишь, он станет твоим. Согласен. Я сыграю этими новыми картами. Я чрезвычайно рад это слышать. Еще одна маленькая деталь. У меня только основная часть колоды. Мой брат раздал и проиграл много важных карт. Значит, этими картами выиграть турнир не получится? Это можно легко исправить. Померяйся силами с местными игроками. Верни недостающие карты. Заодно и потренируешься перед турниром. Вот карты, с которыми я могу расстаться. А остальные я оставлю себе. Я собираюсь играть такой же колодой. И ничего уже не поможет. Thank you.
ешьте, пейте и радуйтесь. Эй, ноги вытирайте, а во время еды не чавкайте. Руками не ешьте, у вас ложка есть. И ножом в зубах не ковыряться. Что? А шучу я. Вижу, вы человек приличный. Добро пожаловать в Фазанерию, лучшую таверну княжества. А чем сегодня у тебя кормят? Я понимаю, ты занята, но, может, партийку в гвинт? Милостивая княгиня, солнышко наше ясное! Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Покажи-ка мне свои запасы.
Нет желания сыграть в гвинт? Нет желания.
Больше трех не собираться. Наша кровь меньше стоит, чем вино. Ну что слышно, кум? Присягай. Ничего нету, мать. Здравствуйте, славный герой. Меня зовут Рафаэль де Сюрман. Я камерленьё княгини. Я Деральд. Что ты здесь делаешь? Плачу странствующим рыцарям. За что? Наши рыцари ездят по большакам, охраняют Усент от разбойников и чудовищ. А потому разумно и справедливо, чтобы за труды свои они получали достойную плату. И если вам, сударь, удастся разбить какую-нибудь ганзу, спасти рыцаря, или же освободить какого купца из рук головорезов, возвращайтесь ко мне и получите заслуженную награду. Я бы взглянул на книги. Не желаешь сыграть со мной в гвинт? Thank you.
Не желает? От храма смерть один лишь раз. Не желаешь? Удерживает меч его от крови. Перо сильнее меча? Только если меч очень маленький, а перо очень острое. Тысяча чертей. Что за стиль? Сразу видно. Северянин. Простите? Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну проходите, проходите, проходите. Ну ладно. Покажи, что у тебя есть. О, с превеликим удовольствием. Нет желания сыграть в гвинт? Thank you.
Очень злой, только очень-очень злой, то у него камень вместо сердца. Привет! Надо все-таки сходить с этим злым. Единственное средство для спасения Кусы – это возвращение. Чего ищешь? Хорошо, что вы вернулись. Кую лучшие доспехи. О, прошу прощения. А что там у тебя? Может, сыграем в гвинт? Thank you.
каталоги, срологи, долбаные ганцы. Мы, гвардейцы, хороши и умелы, и важны. Мой товар наилучшего качества. Приветствую в универсальном магазине Дюпон и сыновья. Удовлетворение гарантировано. Покажи, что там у тебя. Может, вместо лишних слов, а? Сыграем в гвинт. Я поставщик двора ее княжеской милости. Thank you.
Интересно, где же мой старик? Готовьтесь вновь узреть чудеса рыцарской добродетели на ежегодном рыцарском турнире. В этот год он... Проходите, пожалуйста. Свежесобранные травы, сушеные, истолченые. Все, что пожелаете. Посмотрим, что у тебя. Травы травами, а в гвинт сыграть не желаешь? Это скверный двустрел в этом году уродился. Возвращается! Не пропустите! Покупайте билеты! Скорее! Только у меня! У меня лучшие цены по эту сторону Яруги! Приветствую! Прошу, прошу! Тусент славится лучшими винами в мире, а я продаю лучшие вины в Тусенте. Покажи, что у тебя есть. Может, что-нибудь мне приглянется. Сыграем партию в гвинт.
Беда, господин. Хорошо еще хоть тепло. Диво, что его княгиня вызвала. Прошу, проходите внутрь, мой господин. Что привело вас в Тусент? Расскажите мне. Скажем так, дела. А, даже так. Деловая поездка. Понимаю. Работа, стресс вдали от дома. Но отдыхать-то нужно когда-нибудь. Может быть, мои девочки вам помогут? У меня есть немного необычная просьба. Только пусть это останется между нами. Мне вообще-то не следует. А, пустяк. Так чем я могу помочь? Сыграем в гвинт. Берегу четыре трупа. Вино дорожает. Девки дорожают. Свежее мясо, копченые сосиски, кровавые колбасы. Хорошо, покажи, что у тебя есть. Я понимаю, что ты занят, но может сыграем в гвинт? Чего ищешь, то у меня найдешь. We'll be right back.
Ничего не бойся. Тут такой воздух, что никогда похмелья не бывает. Я весь внимание. Простите. Нужно обед дать. И в бой. Доспехи полированные, с гравировкой, с рифлением. Что только пожелаете. Посмотрим, что у тебя здесь. Я понимаю, что ты занят, но, может, сыграем в гвинт? Ко мне, сударь! Ко мне! Thank you.
Добрый человек! Мне понадобится полный набор новых подков для верховой лошади. Срочно! К вашим услугам. Советую модель для скачек. Подковы очень легкие и долговечные. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести дела с такими, как ты. Ты в хорошей работе толк знаешь. Что у тебя там? Как насчет партийки? Как насчет...
Родиться в Тусенте значит родиться под счастливой звездой.